И в продолжение темы. В одесских школах планируют установить камеры, а также привлечь к охране муниципальную стражу. Это реакция мэрии на внушительное количество сообщений о заминировании учебных заведений. Пока речь идет о пилотном проекте, который будет реализовываться в двух школах. Пропонуємо оснастити дві школи в якості два навчальних заклади в якості експерименту. Там є різні моменти, які можна використовувати, розглянути комісію цієї і потім прийняти рішення, як подальшому розробляти цей напрямок. По периметру школы садов планируют установить по 5-8 камер, которые могут распознавать лица. Директор городского департамента образования Елена Буйневич объяснила, что камеры не будут расположены в классах, поэтому разрешение от родителей не требуется. Но также добавила, что такая система охраны не избавляет от необходимости во время минирования выводить детей из помещения. Напомним, что анонимный сигнал о лжеминировании поступал последние несколько недель на электронную почту облполиции. Как видеонаблюдение у школ сможет заменить качественную работу киберполиции, пока что неизвестно.